На его могильном камне можно было бы написать: он организовывал заговоры, устраивал военные перевороты, развязал бессмысленную войну и по-крупному воровал. Не гнушался брать взятки. Чего-то мелочиться миллионами долларов. Но нет, никто даже не вспомнил об этом. И хоронили его как порядочного человека. Экс-президент Гондураса Освальдо Лопес Арельяно умер от рака в частной клинике во время очередной операции на предстательной железе. Последние годы он был прикован к постели и ушел в преклонные 88 лет. Прощались с телом бывшего диктатора весьма почетно в президентском дворце. Это при том, что из кресла президента страны его с треском выдворили еще в 1975 году, после громкого коррупционного скандала, когда в Нью-Йорке из окна небоскреба выбросился собственник банановых плантаций в Гондурасе, который дал огромную взятку диктатору. Прогремевшее на всю Америку самоубийство миллиардера поставило точку в политической карьере Лопеса Арельяно. Освальдо Лопес Арельяно родился в сельской местности, Данли, но вскоре его родители, богатые креолы, перебрались в столицу Гондураса – Тегусигальпу. Уже тогда Гондурас был, по сути, банановой вотчиной Соединенных Штатов, а его промышленность служила интересам американского бизнеса. Поэтому идея отдать мальчика в американскую школу имела далеко идущие планы. Со знанием английского и хорошими связями двери в его будущее открывались, как говорится, с ноги. Так и вышло. Освальдо Лопес выучился на пулеметчика, а в 1942 году добился стипендии для получения образования в Аризоне. Там он стал военным летчиком и к середине 50-х годов вырос до старшего офицера ВВС. Военные летчики – это была элита армии на тот момент, их было немного. Итак, молодой офицер стоял перед выбором. Либо присоединиться к элите военной, либо, скажем, в составе сухопутных войск. Ловить партизан в джунглях, либо бороться с бандитскими формированиями. Поскольку вооруженные силы приобщались к выполнению, собственно, полицейских функций. Лопес метил высоко и хоронить себя в джунглях не собирался. Он начал бурную политическую карьеру, причем сразу с подковерных дел. В 1956 году Арельяно принял участие в государственном перевороте. И после удачного свержения тогдашнего диктатора Хулио Лосано одним махом оказался при должности министра обороны и возглавил вооруженные силы. Впрочем, в Гондурасе того времени военными переворотами кого-либо удивить было трудно. По степени политической нестабильности Гондурас был рекордсменом даже по латиноамериканским меркам, потому что за чуть более 200-летний период независимой истории, а Гондурас обрел независимость в 1821 году, в стране произошло более 260 государственных переворотов, сменилось более 160 правительств, было принято 13 конституций. В октябре 1963 года Лопес Арельяно повторил уже многократно испытанный политический трюк. Всего за 10 дней до всеобщих выборов он устроил еще один военный переворот. Днем ранее он обманом добился разоружения президентской гвардии, предал действующего президента Вильеда Моралеса, отобрал у него власть и жестоко расправился с противниками. В итоге он провозгласил себя президентом и установил в стране военную диктатуру. На фоне многочисленных гондурасских переворотов этот 3 октября 1963 года оставил в истории страны кровавый след. Во время стычек по всей стране погибло около 3000 человек. Соединенные Штаты, которые после победы на Кубе коммунистического режима очень боялись расползания этой заразы по континенту, поначалу присматривались в Арельяно. Президент Кеннеди даже разорвал с ним дипломатические отношения. Он тогда заявил: «Диктатуры — это семена, из которых в конечном итоге произрастает коммунизм». Вскоре Кеннеди убили, а пришедшему ему на смену Линдону Джонсону удалось договориться с Арельяно, и США признали военное правительство Гондураса, поскольку издавна имели там свои бизнес-интересы.
Среди пайщиков, акционеров этих компаний, работавших в Гондурасе, были и представители властных элит. В частности, в начале 50-х годов среди акционеров United Fruit Company было близкое окружение президента Эйзенхауэра. И это, конечно, оказывало свое влияние на позицию США относительно процессов, происходивших в Центральной Америке и, в частности, в Гондурасе. Арильяно правил жестко и авторитарно. Он расправился со всей оппозицией, закрыл парламент и газеты, приостановил действие Конституции. Его вояки арестовывали, пытали и казнили без суда и следствия. В стране росло внутреннее напряжение. Огромные территории оставались в руках американских сырьевых корпораций. Одна лишь компания United Fruit Company владела 10% гондурасской земли. Американские плантации хлопка, кофе и бананов огораживали колючей проволокой. Причем их площади постоянно росли. Они крепко закрепились в экономике страны. Проблема заключалась в том, чтобы поддерживать конкурентно высокие цены на свою продукцию. Часть этих земель они не возделывали совсем, то есть она пустовала. Земли пустовали, а тем временем гондурасские крестьяне оставались без наделов, а значит, голодали. Уже в начале 60-х годов прошлого века в стране начали вспыхивать крестьянские бунты. Если к середине 50-х годов население составляло 1 600 000, то буквально за десятилетие, во второй половине 60-х годов 20 века, численность населения выросла до 2 600 000. То есть мы говорим о демографическом взрыве. Мы говорим о давлении на землю, поскольку 85% населения Гондураса занималось сельским хозяйством, и только 15% проживало в городах. Так что встал вопрос, а где брать дополнительные ресурсы? Предшественники Арильяно пытались решить проблему, однако военный переворот не оставил либеральной аграрной реформе никаких шансов. То, что Арильяно получал деньги от американских корпораций, вскроется гораздо позже. Пока же он вертко играл и нашим, и вашим. Обещал крестьянам землю, однако отобрать пустующие американские плантации, что было бы самым естественным решением вопроса, даже не собирался. Диктатор изобрел другой способ. Он сделал козлом отпущения сальвадорских иммигрантов. Якобы это из-за них, а не из-за американцев, гондурасцам не хватило земли. Сальвадорцы имели долгую историю эмиграции в Гондурас. Сельскохозяйственные семьи часто переезжали границу и селились на стороне Гондураса. Иногда эти эмигранты получали работу в крупных сельскохозяйственных компаниях. Иногда они открывали малые предприятия. А иногда селились на земле, незаконно проживая во многих отдаленных районах. В середине 60-х годов в Гондурасе проживало около 300 000 сальвадорцев, которые с подачи Лопеса Арильяно превратились в глаза гондурасцев в целую армию внутренних врагов, против которых целенаправленно разгоняли волну насилия. А каким образом сальвадорцев заставить покинуть территорию Гондураса? Добровольно попросить? Вряд ли это было бы эффективный способ. А другой путь – это прямое силовое давление. И это осуществляла парамилитарная группа «Ла-Манча Брава», которая имела целью запугивать сальвадорцев с тем, чтобы они покинули свои насиженные места, свои дома и возвращались в Сальвадор. В результате таких репрессивных методов часть сальвадорцев, испытывая давление со стороны официальных властей Гондураса, таки покинули территорию Гондураса. В 1969 году футбольные команды Сальвадора и Гондураса боролись между собой за путевку на чемпионат мира. Первая игра должна была состояться на территории Гондураса. Футбольные баталии еще сильнее разожгли страсти, и в ночь перед матчем в столице начались кровавые беспорядки. Гондурасцы буквально линчевали эмигрантов-сальвадорцев, жгли их дома. Толпа напилась и всю ночь шумела, не давая сальвадорцам хорошо выспаться. На следующий день гондурасцы забили гол на 89-й минуте матча, выиграв у них игру. Сальвадорцы почувствовали, что их обманули.
А когда на территории Сальвадора состоялась ответная игра, история повторилась. Только теперь сила была на стороне хозяев поля. Сальвадорцы забили 3 гола, между болельщиками в городе вспыхнуло насилие, в результате которого погибли 2 гондурасских болельщика. Футбольное поле превратилось в поле битвы, а игроки стали его солдатами. Игры превратились в микромир разногласий по поводу земельных прав и иммиграции. Оба правительства поощряли насилие. В конце концов, Сальвадор объявил в конце июня 1969 года о разрыве дипломатических отношений с Гондурасом. Гондурас на следующий день ответил такой же нотой. Ситуация накалилась до предела и привела к войне. Спустя 2 недели сальвадорские войска двинулись к столице Гондураса. Но хотя их оружие было достаточно старым, это был спешно купленный металлолом времен Второй мировой войны, армия диктатора Орельяна оказалась не готова противостоять сальвадорцам. Военачальники Орельяна были такими же аферистами, как он сам. Они приписывали в свои войска целые подразделения несуществующих солдат и получали за них жалование. В итоге воевать оказалось некому, а сальвадорцы тем временем бомбили Гондурас с самолетов, держа под контролем его небо. Первым ударом Сальвадора была бомбардировка международного аэропорта Танкантин, основной базы ВВС Гондураса. Дакоты шли низко, их экипажи вручную бросали бомбы из грузового люка. Война закончилась так же внезапно, как и началась, через 100 часов под давлением Организации американских государств, которая угрожала наложить санкции, сальвадорцы отступили. Учитывая паритет обеих сторон в военном плане, а также давление со стороны американских государств, интерес к скорейшему регулированию со стороны Соединенных Штатов, а они, к слову, не снабжали оружием ни одной, ни другой стороны накануне конфликта, чувствуя, что растет напряжение между двумя странами. Так вот, все эти факторы способствовали тому, что конфликт в конце концов завершился. Но у него были серьезные последствия. Потери с обеих сторон составили около 3000, как военных, так и гражданских лиц. Кроме того, 300 тысяч сальвадорцев были перемещены и вынуждены вернуться в перенаселенные районы. Но наиболее угрожающим последствием этой войны стало то, что военные элементы, армия, получили большое значение как в Гондурасе, так и в соседнем Сальвадоре. На какое-то время футбольная война немного утихомирила внутриполитические страсти в Гондурасе. К власти вернулось гражданское правительство под управлением Рамона Эрнеста Круса. Но Орельяна выдержал недолго. Уже через 1.5 года он снова устроил переворот, взял власть в свои руки и ввел военное правление. На этот раз диктатор ударился в популизм, национализировал леса, создал крестьянские кооперативы, установил минимальную зарплату. Сделал, в общем-то, не так много, но нажил себе врагов из числа местной финансовой элиты. Однако конец его власти положила не она, а произошедший в феврале 1975 года скандал. Он разгорелся трагически и внезапно и вышел далеко за пределы Гондураса. В Нью-Йорке с 44-го этажа здания Pan American выбросился и разбился насмерть собственник банановой корпорации United Fruits Company, миллиардер Элли Блэк. Это загадочное событие поразило весь континент. Говорилось, что президент компании Элли Блэк чувствовал себя очень неуравновешенно, и это, очевидно, было связано с тем ущербом, который компания понесла в результате естественного катаклизма – торнадо, пронесшегося осенью 1974 года по территории Гондураса. И, собственно говоря, нанес ущерб плантациям этой компании. Но дальше в ходе расследования выяснилось, что здесь есть еще и важная финансовая коррупционная составляющая. Расследование обстоятельств самоубийства миллиардера вскрыло невероятные детали. Оказалось, что United Fruit Company – самый обширный банановый анклав в экономике Гондураса – заключила коррупционную сделку с Лопесом Орельяно,
суть которой вот в чем. Правительство Гондураса, пытаясь пополнить свой бюджет, решило резко поднять ставки экспортных пошлин. Причем вдвое, с 25 центов до 50 центов за каждую коробку бананов весом 18 килограммов. И, как ожидалось, в 1974 году United Brands должно было бы заплатить 7,5 миллионов в виде таких вот экспортных пошлин. Следовательно, выход из этой ситуации компания увидела в том, чтобы попытаться подкупить власти Гондураса. Размер взятки составил ни много ни мало 1 миллион 250 тысяч долларов, и это была только первая часть. Ожидалось, что еще столько же диктатор Лопес Орельяно получит, когда выполнит свою часть сделки. Эта афера нанесла бы экономике Гондураса ощутимый ущерб. Скандал привел к еще большему социальному напряжению и новому военному перевороту. Однако на этот раз его жертвой стал сам Орельяно. Известно, что уже через несколько месяцев после того, как его отправили в отставку, United Fruit Company вынуждена была все же отдать принадлежащие ей 70 тысяч гектаров земли. Генерал так и не понес наказание. Он плавно перешел к гражданской жизни, вложил свои нечестные доходы в банковский бизнес и авиакомпанию «Сахса». Шутку, прозванной гондурасцами «Оставайся дома, оставайся в живых». А футбольная война и банановый скандал даже прославили Орельяно и выделили его имя из числа десятков прочих менее вороватых и кровавых диктаторов Гондураса.